Привет, на связи «Пятый элемент» Galaxy Book S от Samsung. Вы уже, наверное, давно знаете, что компания Samsung все-таки соревнуется с компанией Apple за какие-то портативные ноутбуки. И у меня сейчас в руках ноутбук, который меньше килограмма весит и который действительно соприкасается с понятием «мобильный телефон» и «компьютер», получается вот что-то. Почему? Потому что, по некоторым сразу причинам. Здесь, в этом Galaxy Book S от Samsung, во-первых, есть встроенный LTE, что вот хорошо, на самом деле, наверное, такое уже было раньше, я чуть не обращал внимания на самом деле, но сама идея вставления симки в ноутбук прям, мне кажется, шикарная. В поездку вкинули симку, работает здорово. Вообще, 13,3-дюймовый экран с разрешением Full HD, очень хорошо, на мой взгляд. В чем его главная фишка? Это, конечно же, вес 961 грамм. Меньше килограмма, он просто, реально воздушный. Что его еще соприкасает с мобильными телефонами? То, что в него можно поставить microSD-флешку. Здесь памяти на 256 гигов встроенных, но вы можете поставить с помощью специального слота, вот он здесь расположен, я так понимаю, можно поставить microSD-флешку на 1 терабайт. И сюда же, кстати, вставляется сразу симка с 4G. Тачпад достаточно удобный, литой, все как я люблю. Работает, понятное дело, на Windows 10. Из приятных тоже фишек, что он может доработать 23 часа примерно. То есть, в средних режимах мы не берем там максимальное его использование. И самое интересное, что у него, фактически мобильный процессор от Qualcomm Snapdragon, называется 8CX. Вот такой ноутбук приятный от Samsung Galaxy Book S. Что вы думаете? Напишите.